Было бы легко опять писать про районы, но написать о светлых чувствах не каждый сможет. Подарить улыбку совсем незнакомым, подать бедным, а не продать магнитолу. Пожать руку врагу и не ударить зубы, прийти домой не пьяным, а приготовить ужин. Круг вещей, что знал, до одного стал уже. Может, я не тот, но голову так кружит. И не слышно мата в автомобильных пробках, кто-то в суете от звонков телефонных. Идти домой привычно, капюшон наушник и видит солнце через дождливые будни. Будто вечный путник с легким бризом, напоминающим постоянно эти мысли. И с этим ветром я хочу быть ближе. Он доносит мне то, как ты дышишь. На улицу не курить, все эти пьянки, тусы меняя на единственное. В праведниках до сих пор не числюсь, но по утрам горизонт стал чистым. Вещества не в пределах, но здесь поможет. И даже если далеко нет смеха, слезы видеть на сером снегу яркие следы. В небе видеть звезды, а не черный дым. Эмоции в MP3 привычные на бит, точка с запятой одинаковый на вид. И даже если это будет последний стих, ветер эти строки разобьет тарифы. Люди бессмысленно делят жизнь на тарифы, я же не делю их на сложных и простых. Вечер наступает, приколы по кефиру, ветер донесет мне в сердце ритм. Жизненных фрагментов мотая назад, как режут нервы в кинолентах, так и я склею ножницами мозаику света. Улыбки солнца в моих приоритетах. Биржи и прибыли по телеку стали обыдены, а мы тут как корабли в гавань прибыли. Забрать половину и отдать половину. Обмен эмоций, это ли не мило ли? Словно птицы стремится быть где-то выше, между монотонными звуками крыш и духовным началом где-то из сердца. Гордо в городах коротая время, тут и там вроде как незаметно вовсе, как прогулки быстро пролетает осень. Ветер донесет дыхание и сердце ритм, а вместе с ними взгляд и улыбку. Мне бы не сдаться, мне бы не упасть от танцев, и как бы с неба не попасть в эти инстанции. Помнишь, я воздух мог глотать и знать на запах, и в легенькой ветровочке в плюс 20 и улыбаться. Друзей считал по пальцам, гулял по выходным и по паркам, дорожил каждую эмоцию ласковую, склеил ласты мои. Было немного жаль отдать себя на опыт и в пространство. Это странно, что я все еще не на экране кино. Кому-то жаловался, что меня ограбил порог, кому-то вынес весь мозг, кого-то кинул. И все было попроще, чем сказал режиссер. Но я вернусь, если верить кому, беспричинно найду.